В Актобе презентовали детский областной журнал «Куншуак». Издание с яркими иллюстрациями выпускается на казахском языке и рассчитано на самых маленьких читателей. Пилотный номер вышел по инициативе областного управления по развитию языков. Тираж уже раздали детским садам и библиотекам. Как признаются воспитатели, журнал поможет малышам не только расширить кругозор, но и обогатить язык. Такие журналы нужно издавать. Они прививают нашим детям любовь к родному языку. Кроме того, здесь много полезной информации и для методистов детских садов. Мы с большим нетерпением ждем выхода каждого номера журнала «Куншуак». Там много интересных рассказов и сказок. А с помощью ярких картинок мы изучаем алфавит.